В Думе Сургута обсудили возможность введения платных парковок на территории города. Пока вопрос дискуссионный. И он поднимался уже не один раз. Несколько лет назад власти муниципалитета вплотную подошли к реализации этой идеи. Существовал даже потенциальный инвестор, который был готов вложиться. Но по каким-то причинам этого не случилось. Сейчас тему изучают вновь, учитывая существующие реалии. Начали с самого начала. В администрации рассказали, что хотят сначала решить несколько вопросов, обозначить места платных парковок, составить перечень оборудования, программных приложений, терминалов, касс, систем контроля за нарушителями, требуется организация претензионной работы, формирование тарифов и прочее. Единого мнения о целесообразности введения платных стоянок пока нет, поскольку на фоне нехватки парковочных мест в разных частях города новая мера может вызвать недовольство жителей. А для чего, собственно, нам нужны платные парковки? Из классики транспортной инженерии, собственно, платные парковки – это не про заработать. Это про понуждение жителей выполнять те или иные действия. Здесь, на самом деле, два. Это пересадка на общественное пространство и не заезд в центр какой-то локации, там, где перегружено. А перегруженных локаций в городе я, собственно, не наблюдаю. Там, где у нас просто негде стать и все забито. За исключением социальных объектов. Вот там мы точно не можем сделать платную парковку. Про побуждение жителей пересадки на общественный транспорт, это имеет место быть, безусловно. Но считаю, что в текущем моменте, с условием того, что мы с 20 мая с вами начали внедрение новой маршрутной сети, я думаю, пока преждевременно. В департаменте архитектуры и градостроительства рассказали, что на первом этапе, если дело дойдет до реализации, могут предложить опробовать систему на центральных магистралях Сургута, проспектах Мира и Ленина. Там существуют парковочные карманы и высокий трафик. Депутаты предложили подумать над тем, чтобы начать, как говорится, с себя и на старте сделать платными стоянки у администрации и Думы города, что должно побудить сотрудников чаще пользоваться общественным транспортом. Что касается затрат, то даже предварительных расчетов еще нет. Представители Департамента архитектуры и градостроительства беседовали с руководством крупных торговых центров Сургута, которые намеревались ввести на собственных стоянках платную парковку. Однако ни одна из идей до конца не реализована. Среди ближайших к нам городов подобной системой может похвастаться только Тюмень. Но опыт областной столицы пока не изучили. К 1 сентября рекомендовать администрации города проинформировать примерной стоимости одного места о рассмотрении возможности все-таки провести социологический опрос, исследование общественного мнения, и рассмотреть 2-3 места возможной локации применения первого, все-таки рассмотреть, может быть, да, позначать действительно себя, либо еще с центра города, там, о том месте, о котором вы говорите.